Итак, друзья, всем здравствуйте, с вами Некрос и Тимур. Всем привет. Сегодня у нас игра Dead or Alive 6, и мы будем с ним играть по сети. Итак, значит, я буду играть за Баса, это рестлер такой, хорошо делает захваты, комбо очень мощные. А Тимур будет играть за Диего, как я понимаю. Правильно, правильно. Ага. Так, ну, случайно, да, выбираем. А, ну так, так, да. Ты случайно взял? Да, да. Окей. Так, ну слушайте, ну я медленный очень. Тимурыч быстрый, но у меня очень больные комбо. Захваты. И захваты, и комбо тоже. Сейчас посмотрим. Тут еще контр эти захваты очень влияют. Это больно. Ой-я. Я поставил японскую озвучку. Ну-ка. Да, если ты не угадал, видишь, что... То есть, в принципе, комбо идет пока ты угадываешь. Пока ты не угадываешь. И вот. Хотя можно и по-другому. Ой. Ай-я! Можно и по-другому, по-моему. Можно назад вниз вперед. Захват сделать тебе. Только да, это сложно будет сделать. Я не знаю, мне что-то не получается. Вообще захваты в этой игре делать сложно. Потому что захваты не перебивают удары. Видите? То есть, если в тебя летит удар, то ты не можешь захват сделать. Оп. Я сам хотел это сделать. Так, ну надо уже как-то потихонечку это. Чистая победа. Надо уже потихонечку переходить в этим. А, во. Все, пошло дело. Более-менее вроде. Ну это какие удары. Смотри. Опа, я не успел. Суперка прилетела. Она, я так понял, то, что меня оставляет в плюсе, да, в большом? Слушай, да, походу, да. Блок. Ты же сейчас заблокировал ее? Да, она в плюсе оставляет. Поэтому особенно поначалу мне было тяжело учиться в эту игру играть, потому что, ну как, сейчас все еще есть начало моего обучения. Так, выбираешь? Ага. Вот. Захваты тут реально очень больные, правда, от них можно легко увернуться или прервать их. Поэтому надо миксовать. Тут вообще вся игра на миксапах и на контр этих захватах поставлена. Вот. Оп. Вот. Вот. Понимаешь? Тимурыч, такие дела. Ну, вот так. А мы вот так, да? Ё-моё. Можно комбо не доделать, кстати. Это тоже... Да, можно просто зарашить. Я пытаюсь тебе сделать захват, и на этом всегда проигрываю.
То есть захваты тут это такое. Дело неблагодарное. О, это суперка, походу. Ага. О, как это интересно, не увернулся. Ну, сейчас больно будет. Я комбо специально изучал. И вот сейчас будет больно. Ой-ой. Опа. Ой-я. Оу. Ой, да как так-то я вернулся? Да? Ой-ой-ой. Потолок же. Ага. Суперка. Бам. Вот. Ух, два живота. Этот живот. Да-да-да. И самое главное, смотри, прикол. Мне не обязательно после этого живота сразу же коннектить в захват. Я могу сделать один живот, посмотреть, если я попал по тебе животом, я могу сделать еще один живот и потом прожать захват, и это будет больно. Слушай, ну это будет и больно, и интересно, мне и больно, кажется. И, да? И больно, и легко, это самое главное. Легко. Басса очень легкие комбы. Они много урона наносят, они больные, они легкие. Но бас медленный, он передвигается как, не знаю, он очень медленно передвигается. Он не может прям так мансовать, как вот другие персонажи. Вот как ты, например, да? В бок я не могу прям так танцевать, бегать. Ля какой. Как мне тебе захват прописать? Я хочу сделать рестлинг. Я хочу рестлинг сделать. Но, видимо, не судьба. Вертушечка. Да. Опа! Ой-ой. Оп. Ой-ой. А, ты еще лежишь. Угу, средний прилетел. Ничего себе. А, я сейчас от первых ударов увернулся. Заметь. Как интересно это получается. Да-да-да, видишь, моделька. Оп. О, пару ударов буквально, и все, я уже могу. Ой-ой-ой, я даже не успел блок поставить, я в принципе не мог этого сделать. Вот это да. Ой, ага, ой. В том-то и дело, что не ой. Вот один живот, второй. Все, легко. И контрзахваты тоже больные. Или как мы называем их, больные, да? Больные. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-я! Причем здесь была нога, когда я жал руку.
Интересно. Не знаю. Ой, это будет больно очень. А, супер, пупер. Да. А вот это вот был как раз, по-моему, прорывной, или как его называют, перехват. Короче, я потратил одну полоску энергии, а их тут две, для того, чтобы перехватить любой твой удар. А вообще тут четыре перехвата, да? Значит, да. Получается, назад, вверх, hold, H, да? Это удары руками-ногами верхние, high, получается. Назад, hold, это средние удары руками. Некрас, выбирай, иначе сейчас будет. Да-да-да, я пытаюсь просто вспомнить. Вниз, назад, hold, это нижние удары руками и ногами, а вперед, hold, это средние удары ногами. Их разделили, короче. А самое интересное, то, что эта игрушка бесплатная. Ну да. Но 4 персонажа. Зато то есть можно попробовать, а потом? Да. Чего ты делаешь? А. Ой, ты мне еще в этот. Ты мне еще контрзахват сделал. Тут электрические эти. Да. Ой-ой-ой, ох ты. Вот это боль. Ну, это твой кап, да. Только убежать можно назад. Но тут дэши очень короткие, вот, чтобы вы понимали, вот дэши. Ну да, но мои еще вот, хуже. Вот я иду назад просто. Да-да-да, не, ну ты мог вот так сделать против моего икапа. Ну не как тебя достал вообще? Я не знаю. О, живот пошел. Нет. Опа! Этот живот я запомню надолго, по-моему. Фая! А как же... А вейкап ни раз не сработал почему-то. Да, слушай. Вейкап не работает у меня. У меня вейкап не работает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как я промазал просто. Опасно. Угу. Не доделал, да, комбо? А я перестал перехваты делать. Где-то я это уже видел. Да. Ой, все. Еще добил ногами так. Ой! Неужели умер? Все. До свидули. Ой-ой-ой-ой-ой. Больная комбо это называется, да? Muscle power for you. Это Зангиев. Тут на самом деле комбинации не такие уж и сложные, но просто применить их в бою именно в самом. Да. Ну, бывает прямо. Потому что ты путаешься, особенно с перехватами. Особенно есть такие, тут вот как Хуаранг есть такой персонаж, типа он дерется ногами, и ты не знаешь, какой из четырех ударов тебе прилетит? Тебе летит верхняя нога, средняя, нижняя, там, передняя, я не знаю. Всякая просто. Задняя. Ну, это ужас. Вот, попробуй угадай, да? Угадай, как ударю. О!
О! Можно два живота так, делать. Ой. Напоролись. Ой-ой-ой. Хотелось бы тебе, конечно, сделать один удар прикольный, но, видимо... Да, примерно такой. О! Поймал. Нокаут. На водичку спустил. Да. Нет, не тот удар. Но я зато тебя в стенку ударил. Да ё-моё, твои захваты. Хорош, не больше. А, на ногу наступил. Вот лежащего не бьют вообще. Не, здесь можно. О! А я хотел. Я хотел. Зангиев. О. Вот если б я сейчас тебя схватил. Ой, боль. Ну, это... Под 50% просто урона. Воу! Ты смотри, и не помогают эти, а у ворота. Тут, по-моему, даже сам не ожидал, да, такого? Ага, я сам не ожидал. Не, ну я примерно понимал, что может быть такое, что я тебя так схвачу. Это был захват, я делал захват с чарджем, то есть он... Как бы усиленный. Усиленный захват, да. Я кнопочку удерживал. У меня есть тоже такой удар усиленный, но у меня он получается просто накапливается как будто бы, ага. На всю мощь. И у меня есть почти для каждого, для каждой линии удара свой этот. Вот он. Да. Сильный удар. Или ну вот у тебя вот пару ударов. Если попробуйте свой сделать. Оп. Ага. Воу-воу-воу. Суперка. У меня есть хай удар хороший. Вот он. Да, это он. То есть буквально два удара, это одна твоя комба, это два моих удара. Нет. Вот, нет. Вот. Вот она боль. Вот она. Что ж ты все на этот захват идешь? Файя! И от этого захвата точно не увернуться. Ну, может как-то да, и можно, я не знаю. Флоус. Может ударить, может быть по низу. А, ты мне по ногам ударил. Такая вот двоечка есть. Ага. Вот захват. Вот я захваты делать. Вот как ни странно, Некрос не умеет делать захваты. Вы поверите это в это. Ой-о! Да, низ, нижними тебе надо. Ой, посмотри, сколько урона. Да. А как так? Так, ну, такой захватик был. А. О-о. Так, два живота. Нет. Техника двух животов. Нет. Да, да. Это вообще не увернуться от него. Ой-о.
Atomic Blaster. Очень люблю этот удар. Он очень длинный, и он фатальное, по-моему, оглушение наносит. Я не знаю, правда, какая разница между критическим и фатальным оглушением. Может быть, ты не можешь после фатального оглушения, типа, это... Мастер бросков. Ну, это про меня. Это мы любим. Это деду нравится. Кстати, вот тебе не напоминает этот бас рестлера такого, по-моему, Triple H? Рестлера? Угу. Ну, на самом деле, за рестлингом не сильно слежу. Вот то ли Криса Джерико он напоминает, то ли Triple H. Такой фриковатый мужик. Мощный. Так, я что-то это перехватывать вообще перестал. А чё? А. Вот она. Комбо моей мечты. Ты что, мне по ногам лупишь, что ли? Походу, да. Да, походу, это по ногам. А я думаю, что такое? В торс вроде летят кулаки. Опа. О, по ногам, я вижу. Не тот захват сделал. А вот это тот. Нет. Ой-ой-ой. Но из него вырваться можно. Я почувствовал его гвоздиком каким-то себя просто. Вбил, да? Ну. Мне надо как-то... Живот. Мастер живота. Интересно, а живот можно как-то парировать? Вот этот, кстати, это тоже, смотрю, выучил. Два удара. Пум-пум. И все. Пум-пум. Ага. Только у тебя... Бэкфист. Вот у меня почему-то не получается. Я говорю, в этой игре, чтобы захват сделать, это надо... Просто... Ой. О! Ой. Такой, знаешь, на удачу. Бам, просто убил. Ага. Вот этот удар тоже интересный такой. А, что? О, техника двух животов. Ну, она вообще не подводит, ты смотри. Ну. Ой-ой-ой, как ты далеко прыгнул. Я уже хотел контратаковать. Ты даже не ожидал, да? Да нет, не думал, что ты долетишь прям так. Мистер Мускул, я понял. Это стеклоочистительный. Скрытая реклама. Ну, соответственно, если бы я играл бы за еще каких-то других персонажей, мне кажется, тут есть чувак с военными захватами. Вот это, мне кажется, зашло бы. О, попал. Опа. Пошла Не понял, комба? Лишняя. Лишняя, да. Да-да-да-да-да. Да хорош. Где-то там. Да. Я пока полежу. Ой.
Упс. По ногам целимся, да? Ну, это оверхед? А это средний, мне кажется, но я не уверен. Я не уверен, честно говоря. Что это? Что? Нет. Мы что творили? Ну, только что же это комбинация делал. Ой-ой-ой, больнота. Опа, ага. Ой, насмерть. Срубил. Смерть. Смерть пришел. Тут еще есть прием Каина. Но я его, естественно, не сделал. О! Яблочко, или как его называется, задавись. О-о-о! Рестлинг! Живой. Ну так-то просто неприятно водички стоять. Но. Нет, похватит. Нет. Я хотел вот это сделать. Ты понял, какая бы была комба крутая, если бы я попался? Попала эта фигня. Да, да. И это все гайды. То есть, вверх-назад, получается, я нажимаю. Вверх-назад панч-панч. Ты начинаешь, ну, оглушаться. Я нажимаю вверх-кик, подбрасывается, ты подбрасываешься. И потом просто вперед суперка. И тебя рвет на куски. Больной комбой. И еще тут есть эти комбо с аренами. То есть в арене есть всякие бочки взрывающиеся, там эти осьминоги, падение с крыши, и это надо все знать. Как это. Вот тут особенно, да, ты мне показывал. С машинами там какая-то невероятная вообще. Ну там надо захват делать у стены. Ага. О! Что это за... Что я сделал? Да, это вам не Mortal Kombat, где я могу спамить захватами, да? О, пожалуйста. No захват. No захват. For you. Ого, надо же. А еще мне нравится вот это вот. Опа! Дальний удар. Больно бьет. Оп. Ага. О, не-не-не-не, только вот. Да, еще тут дышаться нельзя. Ну, то есть можно, но... Но лучше не нужно. Лучше не нужно, потому что вас это... я сам хотел. Не надо мне тут. Это хорошая штука у меня, конечно. О! Мне тупо смотреть на это все. О! Ну, все. Просто огромный. Воткнул, называется. Да. Воткнул два раза.
Пока ты думаешь, как удар сделать, уже... А-а-а! Не надо это делать, ты что? Я знаю, что ты задумал. О, открылся. Нет. Шлагбаум. Если бы я попал, я бы тебя убил, наверное, супер. Да. Да. А, ты суперку, да? Ну, в конце, да, там такой моя комбиция. Ну, неплохой комбо все равно через две машины. Ну, я вам, ребят, так скажу. В этой игре, как в Текине, приемов много, поэтому если ты начинаешь изучать персонажа, то желательно, конечно... Играть на одном персонаже. Да, потому что их очень много, этих приемов. Я вот привык к медленному боссу, у которого там два удара и пол хп снимает, ну, грубо говоря. Я уже к этой тактике привык. Я хочу именно таких персов, как он, нарабатывать. Файто! Да, слишком много. Я пытаюсь перебить его скоростью, но этого делать нельзя. Я же бас. Видите, мне надо вот так вот делать. Ага. Перебивать вейкапы, как вам такое? Ну да. Тут надо было мне холды зажать, тогда уж, чтобы... Так, ты, видимо, живот хочешь, да? Техника живота. Я до сих пор не понял, что это вообще живот. Вот я поэтому и спамлю эту фигню, потому что... Мадзи тоже, кстати, не всегда понимает, что это за фигня. Вот как это контрить? Это что, мид? Это что вообще? Мне кажется, это мид удар. Ну, явно не нога. Ой. Да даже это плечо. Я думал, это гарпун. Оп. Ага. О! Ой, мое хп. Ой, мое хп. Больнота. Что? Ну вот как? Отмените. Есть у меня один. Так, а что мне делать, интересно? Ага. Ой. Вот тут это твой удар с толчком плечом. Мне кажется, его можно... Как-то заэвэйдить. Живот, я так понимаю, он не перехватывается, он эвэйдится, потому что перехваты... Мне кажется... Вот здесь unblockable, когда как Брюс Ли летит, вот чувак с ногой. Я могу вот так вот сделать. Верхний, это хай, анти-хай. И я просто отойду от него. Вот такая фигня. И можно прерывать комбо, прям, ну, прям внутри комбо можно прерывать. Жаль, что не чужие комбо можно прерывать. Можно чужие. Ой, а вот как это такое? А вот это, я не знаю, честно говоря, мне кажется, что назад-вверх холд. Это был unblockable, кстати, если что. А, значит, он не контрился. Он и выйдется. А, он и выйдется, да. Он и выйдется перехватом. Ребят, чтобы вы не путались, прикол в том, что захваты, вот, ну, в нашем понимании, тут это называется бросок. А захватом называется, ну, перехват, контратака. Вот контратака — это захват, по-моему. Ну, если по-русски. То есть по-русски управление тут так. Контр, пусть будет контр. Бросок и контр. Ага, видишь, что? Одинаково подумали. О! Ой! Вот, видишь, нагнулся, все, получил. И вот, по-моему, вперед-вперед захват. Вот, видишь, я прервал внутри комбо. Угу. Есть захваты, которые могут... Да, вот такой вот. Вот они, по-моему, не прерываются ударами кулаков. Ого.
Да, а это вот твоя тема, вот это, да? Крутая. Который раз в столетие получается. О, ты меня ударил сейчас? Наверное, да. И видишь, и ты не сбил мне захват. Потому что это особый захват. Но он отнимает мало урона. О! Бля, какой перехватчик. Да-да-да, это был захват, который не боится ударов. Ого, это как мой живот. Непонятно, как это контрить. Вот, вот это да. Да, казалось бы. Ты же делал мне комбо, да, какого лешего. А вот так. Наглость. Наглость-то какая. Смотри. О! Ты изменил тактику? Тут... А? Ага. Ага. Так ты сейчас это самое... Вот. Как же так? Просто двоечка захват. Захваты побеждают, ребят. Да. Ну. Захваты рулят. Я говорю, в Dead or Alive. Броски. Да, броски. Но броски, опять же, в основном попадаю бросками не я, а мои противники. Если я попадаю бросками, то это какие-то командники. По типу вау. Ну, у тебя, видишь, какой персонаж, типа, такой прям ярко выраженный грэплер. Да, да, да. Просто, видимо, еще от персонажа зависит. У каждого же свое видение игры, поэтому здесь нельзя просто взять и бросок в любой момент сделать. Здесь надо прям вымерять. Когда в Мортале в тебя летит кулак, ты можешь... Ага, ну вот такими... Но эти броски, они слабенькие по урону. Опа, оп, 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 это же супер. Шлагбаум. Это же супер шлагбаум. Да. Это, конечно, делается он не так. Он как телепортируется, заметь. Удар, конечно, медленный очень. А он такой прям этот. Да. Хитрый. Ой, техника двух животов. Буквально ты один удар, да? Выкидываешь, выбрасываешь и все. Дабл-бомба. Да, да, да. А там как раз в комбо этот... Да. Вон оно. Все, один удар выбросил в воздух. Бомс. Ой, еще и суперка накопилась. Да, да, да. Да, смотри, 3-0. Кстати, первый раз, по-моему, такое. Да, да, да. Мне кажется, и стойка меняется. Он как-то больше радуется, когда побеждает беспроигрышно. А мне кажется, это рандом. Рандом, наверное, не знаю. Удары. П-п-п-п-п-п-п. Окей. Комбинация. Я справлюсь. Просто пулемет. Да, тут еще есть голосовая связь, но мы, естественно, замутили. Отключили, конечно, чтобы было поудобнее. Эхо, чтобы не было. Ничего у тебя там рейндж. Кто граплер, я или ты? О. Четвертый нельзя наносить, вообще не надо. О. Это вроде мид тебе пролетел. Куда ты? Смотри, что, не дает прям скомбить. Выбросил удар. Умер. Воткнул. Ну?
Опа, ты видал? У меня как-то... Угу. Моя моделька как-то куда-то ушла. А, ну потому что вот. Я отклоняюсь. От удара. Смотри, что творит. И что мне с тобой делать? Ну ладно, живот можно просто получить. Разорвало. О, о, вот, я говорю, захват этот. Это дело такое. А техника двух животов уже не работает. Но работает вот эта техника. Наверное. А ты уже ее ждешь. Оп. А, еще достал, и... Да, еще и моделька так отклоняется. Ничего, ты пнул. Ты что, оверхед или что? Походу. Нет, это не оверхед, только да. Вот зачем я тебе захват делал после этого? Лучше бы я тебе дал что-нибудь такое. Да-да-да. О! Ой! Что ты наделал? А! Оп! Смотри, как наклоняется! Смотри, я промазал просто обычным средним, по-моему. Нет, не средний, наверное, вверх. Ты хай, хай дал, да. И я так уп, уклонился. Это надо, этим надо пользоваться, кстати. Там титулы какие-то уже пошли. Ну, у нас с тобой рейтинг все равно минус, F с минусом. Ну да, а у нас и не раскачивается, это же лобби. Ну да. Типа можно вдвоем запустить, как бы, поиск игры. Ну. Чтобы уж хотя бы какие-то рейтинги были. Ну-ну-ну, реально. Не, ну есть, конечно, мысль подписчиков позвать. Может, есть у кого игра-то эта? Ну, блин, она бесплатная. Ну, тогда да, точно есть. Да. Оу. Я читаю, да? Я хотел тебе, короче... Тут надо... А я понял твою фишку. Да? Что ты творишь? Какую ты фишку понял? Я не понял. Ой-я. Подожди, я не понял эту фишку. Ну? Какую ты там... Интересно, я смогу с уворотом тебе делать удары? Я не понял. Угу. Ты прыгнулся под мидом, или это не мид? Вот это что? Это уворот какой-то. И он, видишь, не работает. Кстати, этот удар тебя так отталкивает. Нифигово. О! Два живота. Всё. Да, без них. Ой, лоу, нифига. Подожди, себе у тебя последний удар не хай, у тебя первые три хай. Угу. Ой-ой-ой. Да-да-да. Я сам хотел. Хватит копировать мои удары. Ой-ой, все, путаюсь. Все. Я запутался.
Ты, если не заметил, у меня не было этих, не было комбинаций вообще. Да, да, ты даже ты не делал оглушение. Я бил одиночными, но я понял фишку, то, что ты после... ты просто ждешь комбинацию, и получается, ловишь на перехваты, то есть на захват ловишь. Да, да, да. Именно а в так... комбинации. Да, а я... так, ты видишь, ты этим промазываешь, у тебя идет минус фреймрейт, и я успеваю делать следующий удар. Ты опять хочешь заблокировать, думаешь, что это комбинация. А ты я ждешь, я выкидываю перехват. Да, 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 именно. А по перехвату можно, кстати, захват очень больной сделать. А я-то не могу тебя наказать. А вот сейчас ты опять пошел в эту. Ну, в принципе, у меня есть быстрый удар для этого дела. Есть у меня быстрый удар, и даже не этот, а ПК. Вот этот. Ой-ой-ой, пошло. А, тренировочки. Да. Вот он. Вот этот удар. Это удар на случай, если надо что-то резкое закинуть противника. Ой. Тихо-т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 ихо. Просто запинал. Куда ты? Что ты делаешь? Смотри, никак тебя... Захвата выкидываю. Куда? Просто? О-о-о. Кого? Ё-моё. Да ты сейчас еще выиграешь. Ну, такое, такое. Чё-то ты обалдел совсем. Что ты творишь? Нет. А! Ты прервал! Не поверил. А я захват опять. Кидаю. Камбэк. Угу. То есть, тут на самом деле очень тактика может быть интересной. Легкая, может быть легкой. А ее можно легко менять на ходу прям. Да, да, прямо во время боя. То есть один раунд ты пытаешься комбинировать, второй раунд можешь спокойно работать на захватах. Угу. Типа, нет никакой сложности. Вон, Джан Ли удар дракона наносит больше урона, если выполняется вблизи. Угу. Тут еще есть механика воды, по-моему, да, снега, веса. А, честно, я до такого прям не... Да, по-моему, Мадзи говорил, что... Ну вот сейчас что-то была какая-то подсказка, то, что там какой-то удар не зависит от веса, типа, отскоки от земли не зависит от веса. Оверхед, да? Больной урон. Вот это хороший удар, по-моему. Урия! Я пытался выкинуть удар. Я понял.
Что ты там понял? Вот это удар, который тебе блок. Прям. Да, этот удар тебе, походу, блок. У меня этот, как его? Я даже не знаю, как тебе сказать. Ну, в общем, мне выгоднее становится тебя бить. А, нет. И ты все равно побыстрее. Может, мне что-нибудь побыстрее сделать? Вот такое, да. Да, вот такое, ага. Ля какой. Отпусти. Хорош. А я выкидывал суперку. Да? Стал сложнее. Но у меня, правда, не тот персонаж нарисован. Я не знаю, почему так. Где нарисован? На аватарке, вот в начале. Когда мы с тобой, типа, вот там, в лобби. Успешный бросок, когда противник бросает вас, это контрбросок. Что-то такое. Я уже путаю, я уже все перепутал. Файто! Ля, с чего начинает? Ля какой? Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Видишь, что? Бам! Интересно. То есть, по сути, я могу... Что происходит? Уй-ё! Ну, блин, почти. Ой, да как это? Так, ну раз ты перехвата не делаешь, я могу, в принципе, забузить одну комбу интересную. Да, именно вот это. Вот эту. Странно, почему ты... Смотри, чё? А, это долгий удар очень. И об стенку еще. Стол там, по-моему, нет? Ну? Да, смотри, какие лаучеры очень. Да, хорошие. Вот я поэтому... О. Ой, ой. Ой, больно, больно сейчас будет кому-то. Уф. А ты быстро так встал, смотри. Шлагбаум. Быстро ты, конечно, поднялся. Ну, это ты на холд нажал, видимо. Да нет, просто дашь, по-моему. Нет, ты, чтобы быстро подняться... А, смотри, чтобы очень прям быстро подняться, нужно перед самым падением холд нажать. Угу. А если ты уже упал, нужно спамить холд, тогда ты поднимешься. Можно сделать... Подъем с отскоком назад и подскоком вперед, например. Mm-hmm. Также есть вейкап со средней ногой и вейкап с нижней ногой. Если что. А то я заметил, ты не вейкапаешь обычно. Так. Нет, я не вейкапаю, потому что ты ждешь. А, я же могу перехватить. Да, словишь. Смотри, а ты просто захватываешь, да? Спокойно вообще. Так, я понял, бэкфисты очень медленные.
Это в плюсе здесь прям очень хорошо. Да, 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 походу. Ой. Ух. Сгорел рестлер. Ой. Боль пошла. Зря я так живот открыл. Я тебе какую-то красную контратаку. О. Сора. Сильная какая-то критическая. Ой, не тот удар. Бум просто. Вот. Вот эта фигня надо. А тут не угадаешь, Ну. Надо же, у меня захваты получаться стали. У тебя там что-то. Что-то там бумкнуло, как это стекло там разбилось или что-то. Нет, это в игре. Ну вот я и говорю, что что-то там это. У меня уж. Это ж какая-то механика, что-то ж произошло явно. Явно. Видимо, что-то случилось. Звук-то был. Звук-то был, значит, это произошло. Японская океаническая бомба. Тины. Так, вниз вперед. Не люблю эти прямо вниз вперед. Не, мне это легко их делать. У меня клавиатура их не понимает. Ля какая. Ля арена, да-да-да. О, смотри, я в плюсе. Ля какой. Я просто... Вот зря ты перехвата не делаешь. Потому что... Вот эту фигню надо... Ля какой. Фая! О, успел. Это мид был. Четвертый твой удар мид. Хай-хай-хай, мид. Нет, надо было два живота сделать. Что происходит? О, ну почему я не смог это сделать? Как ты мне перебиваешь суперку? Я просто не могу понять. Тоже не понимаю. Миды не должны перебивать ее. Не, я пока с этой механикой явно не готов перехватывать, взаимодействовать, да. Да, ты вообще пока перехватами не пользуешься. А это тут в этой игре вообще обязательно. Я поэтому поначалу тоже думаю, о, это не мое перехваты. Не-не-не, нет, сэр. Увольте, не мое. Но потом понял, что все-таки все равно потом это приходит с опытом. Правда, мне пришлось очень много проиграть. Причем вообще просто... Салат? Да, да, да. Смотри, о, вот я сейчас... Чисто на перехватах. Вот. О. Ты попробуй... Что-то тебя пробил, что ли?
Это мид в тебя летит, по-моему. И то я не уверен, скорее всего, это мид ногой. О! Это надо угадывать просто. Да, это жестко. Вообще никак, да? Посмотри, сколько я тебе урон нанес. Нисколько, да. Да. Ужас, да. Я уже путаюсь в комболиках. Че, может, заканчиваем? Ну ладно, давай тогда заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Делитесь этим видосиком с друзьями, оставляйте свои комментарии. А, все, с вами были Некрос. Дискорд будет? Дискорд? А сервер, да. Значит, сервер Дискорда я сегодня создам. И он будет в описании. Ссылочку я в описании оставлю. Там я ничего не Приходите, знаю. Приходите, участвуйте в группке. Да, там, скорее всего, с помощью этого Discord сервера, например, можно будет, ну, пригласить какого-то подписчика, например, в Dead or Alive, если в онлайне никого не будет, правильно? Например. Да, совершенно верно. Вот. Ну, дальше посмотрим, как будет. В общем, всем пока. До скорых встреч.